Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередная серия очередных посылочек с аукциона. Вот. Решил я попробовать заказать часики раритетные. Вот. И хочу их попробовать продать на eBay. Хочу попробовать, как бы, запаковано просто супер. Хочу попробовать, как бы, для интереса, для себя. Вот, тоже я смогу ли я на них что-то заработать на eBay или не смогу. Вот. Сейчас посмотрим вместе с вами, что же у нас тут пришли за раритетные часики. Хорошо, отлично запакованные. Вот, здесь у нас часы ZIM. Идеально. Брал их всех в более-менее хорошем состоянии. И должны быть на ходу. Вот. Такие вот у нас часики. Сейчас попробуем их завести. Пойдет у нас стрелка. Стрелка вон снизу пошла. Вот. Боюсь их перевести. Часики просто, кстати, сделаны в СССР. Часики на вид просто бомба, все идеально, практически чистить их не нужно. Вот. Вот только интересно, там пообщаюсь с одними знакомыми людьми. Вот. И выясню, как интересно их продавать с ремешками или без ремешков. Может, закажу сюда еще кожаный ремешок. Вот единственный, конечно, нюанс, что на крышке нету номера. Вроде бы я видел, на часах номера есть. Вот. Стекло вот немножко треснутое. Может, занесу к часовщику. Ну, главное, что механизм идет. Вот, потом проверю точность хода. Вот. Сейчас проверю их. Фоткаем на eBay. Вместе с вами проверим, почем они их там продают. Берем наш фотоаппарат. Вот. Что-то не то. Фотоаппарат вот верхний. Вот, сейчас попробуем здесь фотографировать. И что же нам выдаст наш eBay? Так, берем здесь эту. Смотрим наш поиск. Вот. В принципе, это у нас совет Победа. Победа 39. У нас часы Зенит. То есть цена ZIM. У нас ZIM, да? Вот часы ZIM. Стоимость вот таких вот, в принципе, часиков. Вот они у нас стоят $99. Но это более старенькие часы. Вот. И доставка $50. Вот, не знаю, ли у нас сейчас получится фильтр. Ну, так. Я еще, правда, не разобрался, как у нас тут. Вот. Космо, ракета. Ну, видите, в принципе, продают их кто как. Вот, продают кто с ремешками, кто без ремешков, кто просто с этими, вот с ремешком $100. Так, это у нас японские, вот. Ну, в принципе, таких я и не видел. Сейчас поищем по поиску. И... часы ZIM, это более современные.
37 долларов. Тут более. Вот. Такие вот есть. Зим 26 долларов. Так, ладно, попробуем зим USSR. Сейчас посмотрим, что она выдаст. Вот, это у нас победа выиграла с 1 доллара. Так, современная. Вот коробочки 49 долларов. Вот такие вот. Сейчас зим. Вот такие вот зим где-то у меня должны быть на подходе. Вот так, дальше. Вот. Так, вот что-то вот такое, это победа у нас. Ну, цена типа приблизительно где-то вот такая вот у нас по часам. Это у нас тоже победа, зим. Победа, зим. Зим, вот такая вот, 32 доллара где-то приблизительно. Ну, такие вот часики должны стоить. Вот стрелка у нас еще идет. Участки довольно-таки прикольненькие. Вот. Так что думаю, на eBay их начну продавать. Ну вот 32 доллара. Думаю, буду продавать их за 32 доллара. Так, и где-то выставим вот 30 долларов. О, 56 долларов. Зим. Ну вот что-то такое вот похоже. Вот. Так что еще заказал себе. Вот на то продавать не одну. Вот такая вот зимняя, это такая вот похожая. 29. Ну, я думаю, что их можно выставить. Попробую с 30 долларов. Данные часики. Вот, придется, правда, занести в ремонт. Занесу, что поменяли стеклышко. Зим здесь боку этот. Вот. Думаю, как-то вот так. Ну что ж, на этом вот такие вот похожие зим. 17, 8, 20 секунд, стрелка снизу. Ну, думаю, попробую с 30 долларов выставить. То есть я их на них потратил 50 гривен и приобрел. Можно сказать, в рабочем состоянии. Вот. Часы тикают. Может, даже стекло и буду менять. Посмотрю. Битая стеклышко. Наверное, занесу все-таки на замену. Вот, почищу. И пойдут у меня на продажу. Вот. Ну, вот такие вот у нас раритетненькие часики. Часики зим. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписываемся. До новых встреч на моем YouTube-канале. Всем пока.